Всем привет, друзья, с вами Нильфгорн, это игра Королевство и замки, и мы продолжаем играть, и сразу говорю, что если вы захотите скачать игру, то вам нужно будет пройти в группу ВКонтакте, ребят, там найти альбом, где картинки с играми, он прям вот на первой странице, его можно увидеть, и найдите как раз таки игру с картинкой Королевство и замков, и там в описании будет ссылочка на скачку. Довольно-таки сложно, наверное, ну, по крайней мере, некоторые, типа, заходят в группу и пишут там везде, а где скачать? Ну, это все прям вот, так сказать, прям все сразу на виду, так что немножечко смекалочки, и у вас будет бесплатная игра. Ну и, конечно, если вам понравится видео, обязательно поставьте лайк, потому что каждый лайк стимулирует меня к тому, чтобы создавать новые видосики. Подписывайтесь на канал и обязательно нажмите на колокольчик, когда подпишетесь. Сегодня мы продолжим развиваться, продолжим строиться, и, блин, почему у меня так медленно? Вот вроде бы должны материалы приносить побыстрее, но ладно. С едой у нас небольшие проблемы, у нас еда уходит в минус, и это печальненько на самом деле, потому что сейчас я не знаю, как мне с едой быть, как лучше, да? Так, давайте вот здесь вот, может быть, так, отлично, викинги, да? Ну, ну что я могу сказать? Ну, да, викинги. Притом, вон с какой стороны, да, с какой стороны, да, видите, нападают. То есть с этой и некоторых людей ведут. Жалко, нельзя людей, конечно, как бы это сказать, спрятать, да? То есть нельзя их куда-то, ну, не знаю, убрать, да? То есть чтобы они не мешали там за стены, за... какое-нибудь убежище, бомбоубежище. Или еще куда-то. Ну, вот этот момент тут немножко не доделан. Можно было бы какое-то здание построить, которое бы... Офигеть, а не? То есть... А, я таким образом могу, кстати, увести людей. Убрать, по крайней мере. То есть, смотрите. Они еще и сжигают все на своем пути. Огонь, 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 огонь. Огонь, 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 огонь. Есть. Убили, конечно, но похоже. Так, ну понятно. Ну, ребят, типа, я, конечно, попытался сделать все возможное, но сэкономить людей, наверное, можно только определенным образом. Это просто убирать рабочих с места работы, да, то есть. По один корабль. Ну ладно, ушли, ладно, немножечко. Понятно, что грабанули, я ничего не смог с этим сделать. Печальненько, но да ладно. Так, ладно, окей. Погнали отстраивать все, что у меня поломали. Черт. Вот это нечестно на самом деле. Вот эти здания, это уже нечестно. У людей нету тупо еды. Надеюсь, сейчас все-таки как-нибудь я отстроюсь, и еда будет. Так, еще давайте поля. Хотя нет, давайте уберем поля, потому что... и так не все поля у нас приносятся. С едой вообще все очень плохо. Здесь вот стоит чувак, у него вообще все плохо с едой. Он почему-то на одном месте стоит. Ну ладно. Так. Блин, ну... Ну, серьезно, ребятки, я сейчас не знаю, что делать. Окей. Вот так вот. Давайте ускоряемся. Здесь, давайте вот так вот пока что. Вот точно, что мне сейчас не очень нужно, это камень. Так, с этой стороны, кстати, нападают уже, по-моему, второй раз, да? То есть, вот отсюда напали, и вот отсюда. Кстати, зачем я разрушил-то здание? Видели, я зачем-то разрушил здание. Зачем это я сделал? Простите, я реально не понял, зачем я это сделал. Типа, окей. Я надеюсь, сейчас всю еду унесут. То есть сейчас вся еда будет переработана, и она ни одна не останется на полях. Так, ну ладно. Окей.
принципе, сейчас я ничего не сделаю. Мне придется ждать. Мне придется ждать, потому что... Во-первых, у меня почему-то не хватает чаркоила, но здесь его типа должно быть дофига. Это странно на самом деле. Это реально странно. Давайте, знаете, как сделаем? Вот так вот сделаем. И здесь... А, ну когда построит. У меня ни одного свободного человека нет. Вот единственный немножечко минус один, видите, еды ушло. И вроде бы такое количество, да, еды добывается, но все равно это мало. И немножко странновато. Чуть-чуть странно. Ну ладно. Так, дорогу вот сюда вот давайте немножко продвинем. Так. Так. Так, здесь пускай пока что люди делаются армией из людей. Так. Деньги тоже есть. Почему-то очень медленно все делается. Смотрите, один строитель всего лишь. Еда опять в минус пошла. Да что ж такое-то? А вроде приносит в большом количестве еду, да? То есть добывают, она вот добывается, но... Опять сейчас, смотрите, не успеет принести, по-моему, всю. По-моему, не успеет. Или все, или успели. Вау, по-моему, ни одной еды не пропало, и это хорошо. Прям кризис, у меня какой-то кризис, реально кризис происходит. Так, давайте, знаете, что сделаем? Серьезно, вот эта вот штуковина немножечко неудобна. Не знаю почему, но мне она, ну неудобна. Так, мне нужны свободные люди. Видите, я не... Сколько освобождаю рабочих мест, до сих пор ни одного свободного человека не появилось. То есть они все чем-то становятся заняты сразу же, да? То есть они... Кто-то строит, кто-то добывает. То есть, понимаете, в чем проблема? Это прям дилемма, я бы сказал. Так, давайте сразу же здесь счастье прокачаем. Здесь до сих пор не могут чаркоил принести. С едой опять же все беда. Свободных людей нету. Вообще, я... Что происходит? Да что ж такое-то? Что происходит вообще? Что происходит? Черт, мне даже немножечко страшновато. Потому что я как бы ничего сделать не могу. И это мне не нравится. Чаркоэлла очень много добывается. У-у-у. Так, только... Так, все отменяем. Только здесь... Только чаркоэлл здесь хранится. Так, есть. Пошел он в плюс. Блин. Но здесь почему... Ну, лечит вроде бы. Так. Так. Еда. Еда вроде бы пошла в плюс, ребят. А, минус 373 еды. Надо больше этого параметра добывать, да? То есть. Так. Чтобы еще бы. А, ну, в принципе, давайте. В принципе, мы можем как раз-таки вот так вот поля засадить. Вот люди только-только начали в плюс, понимаете? Только-только в плюс начали расти. Здесь очень критично все с едой. Но, в принципе, что тебе мешает прийти просто и добыть ее, да? Ну, странно, в общем, ладно. Кстати, вот здесь хорошо... Блин, ну я же... Очень хорошо мне так сделали такую пасеку. То есть, и сделали просто-напросто дорогу. Так. Здесь давайте уберем. Здесь тоже уберем. Здесь тоже уберем. Так, строительство пускай идет. Вот здесь вот. Вот, смотрите, как быстро построился. Отлично. Тактический какой-то ход нужно сделать. Но я типа... Типа, я не знаю, какой ход тактический нужно делать. А, это вот этот звук. Это, наверное, армия готовится, да? То есть... Плюс один человечек. Так, стон-масон. По-моему, у меня ни одного такого здания нету строительного. То есть починка... починка стен, починка еще каких-то таких моментов у меня не присутствует, если я не ошибаюсь. Тут что-то... А, вот стон-масон есть. Тут что-то все горит, конечно, тушат, но... Я что-то не замечаю, чтобы это было более-менее как-то эффективно. Так, еда пошла в плюс. Это хорошо. Это хорошо.
Так, у меня достаточно большое количество людей появилось. Это тоже великолепно. И, в принципе, мы сейчас с вами можем уже начинать строить стены. И я думаю, мы этим будем заниматься. Я только буду теперь более хитрее. Я буду вот таким вот... Смотрите, раз, два, три. Дракон. Давайте ускоряем. Не могу. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, так. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре. Почему-то не хватает. Камня не хватает. Окей, окей. Соглашусь, что с камнем беда. Хотя камень, смотрите, вот здесь он у каменщиков стоит прям в большом количестве. То есть камня, в принципе, должно хватать. Не понимаю, в чем... Что здесь? Дерево посадили? А, ладно, не будем задумываться. Наверное, так оно и должно быть. Типа я сейчас пытаюсь прям изо всех сил. Воу, церковь горит, ребят! Церковь горит! Ух! Я думаю, что его сбить-то не могут, а он потому что, ребят, у меня... Ох ты ж, йоу! У меня же вышки-то убраны. Черт! Вот это я сейчас очень сильно лоханулся. Я сейчас прям очень сильно лоханулся, ребят. Я даже хочу извиниться перед своими жителями. Потому что... Вы видите сейчас, что творится. У меня просто люди умирают от того, что я не убил дракона вовремя. Ну, я лоханулся, конечно. Мой косяк, ничего не поделаешь. Просто вот нереальный при том косяк. Жесть, а? Ну ладно. Ладно, сейчас все исправим. Быстренько сейчас все исправим. Так, здесь. Слава богу, здесь ничего не погорело. Все работает, функционирует. Люди здесь... так, я же сказал вырубить вот этот вот домик. И здесь нужно сразу каменщика сделать. Так, свободных людей опять же нет. Все тут у меня строят. Ух ты ж, господи. Огромное количество людей занято на том, чтобы построить стены. Опять дорога, по-моему, сломалась. Да, дорога сломалась. Так, починим. Починим. Прям моментально. Отличненько. Так, давайте вот здесь сейчас каменщика построим, да? Оп, что? Нет, не то. Не то, не то, не то. Оп. 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 Есть, готово. Так, давайте ускоряемся. Здесь еще не восстановили, но ничего страшного. Давайте счастье поднимем. Хоть здесь... Ну, здесь в плюс все равно, но еще пускай плюс будет. Так, еда у нас идет в плюс. То есть нет-нет, но она как-то растет в плюс, это хорошо. Так, может быть, я теперь могу здесь... Вот то, что дороги здесь нету, да, из-за этого... Ну, ладно, мы можем дорогу построить, по-моему, если я не ошибаюсь. Не можем вот так вот. Но я могу немножко схитрить. Я могу вот так вот дорогу построить, если я не ошибаюсь. Эти места не будут заняты, дорога здесь будет стоять, и расширение из-за этого будет. Да? Схитрили немножечко, что хорошо на самом деле. Так, давайте вот здесь вот, пам, последний уровень. Есть стен, готово. Так, дома, один дом отстроился, второй дом сейчас построится. И это хорошо. Это я типа задонатил церкви. Давайте побольше задонатим. Честно говоря, типа... Я типа не понимаю, в чем проблема. В чем прикол? Вот то, что я доначу как бы церкви, да? Ну ладно. Напишите, кстати, в комментариях, если знаете. Только не предположение, а именно знаете причину... доната, то есть цель доната, да, то есть что дает в итоге этот донат. 347 человек у меня сейчас
в городе. И вроде бы неплохо функционирует все. Но хотелось бы лучше. Сейчас 39 человек освободилось. И в принципе я могу себе вот так вот начать стену строить, да? Вот так вот. Вот, наверное, вот так вот я все-таки сделаю эту стену. А здесь у меня будет переход на этот остров. Да, здесь я сделаю мостик. Здесь у меня будет ворота. Здесь будет мостик, здесь опять ворота. И, ну, вот как-то так. Окей, на данный момент что мне нужно? Мне нужно увеличивать лес. Лес мне нужно увеличивать. И вот так давайте лес построим. И камень. Лес и камень. А еще лесовика давайте пока что. Хотя вот это вот давайте. Пускай этот будет работать. Так. Так, наверное, да. Сейчас здесь закончат. И здесь мы сейчас с вами сделаем раз. Так. Ну вот как раз таки дерево и кончилось. В этом-то и проблема. Что с деревом-то мне нужно как-то быстрее решать вопрос. То есть он еще не построился, но уже добывает, да, я так понял? Потому что, видите, нет, это он отсюда выносит дерево. О, шикарно. Шикарно на самом деле. Так, здесь пускай тоже свободные люди есть. Если надо будет, я их, конечно, призову. Так, а одна вышка. Ух, как она далеко. Одну катапульту, как она далеко-то будет шмалять. Это поближе, но катапульта прям. Ого-го. То есть она даже если сюда начнут подплывать даже враги, она уже начнет в них стрелять еще тогда, когда они будут на корабле. В этом есть как определенный плюс, так скажем. Давайте. Давайте вот так вот сделаем, да? Так, вот так вот давайте сделаем. Окей. Люди есть свободные. Нет-нет, они появляются. То есть, когда заканчивают какое-то какое-то строительство, то они появляются. Это хорошо на самом деле. То есть, вот так вот, в принципе, 30-40 человек иметь в запасе. Конечно, иметь больше нужно в запасе, потому что носильщики тоже нужны. Но вот в данный момент, допустим, сейчас полей очень много, и они не смогут все перетаскать. Я это прекрасно понимаю. Ну вот, видите. Давайте тогда еще вот здесь вот одного фермера построим. О, нет, некрасиво. Некрасиво я поставил. Не фермера, а пекаря. Вот так, окей. Так. И нужно уже вот... Так, здесь пока что... Давайте хотя бы вот этот. Ну, давайте еще вот так вот. По-хорошему, на самом деле, нужно каждую атаку, да, то есть просто включать и выключать. Наверное, я так и буду поступать. Все равно, как бы, мне торопиться некуда. Я могу нажимать вообще на паузу и делать это за кадром, да, то есть, чтобы вас этим не мучить. Но выключение и включение, что-то, знаете... Если вы знаете, короче, кнопочку, если это можно делать, ну, с какой-то кнопки, то буду вам очень благодарен, если вы мне подарите эту очень-очень важную информацию. Буду вам огромнейше признателен. Просто на данный момент получается так, что я этой информацией не владею, и меня это немножечко раздражает. Я просто думаю, если на самом деле можно, то, блин, ну, так, по крайней мере, было бы намного легче. Так, ребят. Ну, давайте хотя бы пока что вот здесь вот повести или вот здесь вот, непонятно. Или... А давайте я вот так вот поведу. И, кстати, давайте-ка мы сделаем... Ого-го! Ого, памятник-то какой! Давайте памятник загрохаем. Почему бы нет? И, наверное, я... А, у меня вот все, по-моему... Нет. Или что? Стоп. Сколько здесь людей? 10 человек? Хо-хо-хо. 6. Но материала ушло, конечно, на строительство. Прям немаленькое количество. Так. Знаете, что мы сделаем сейчас вот здесь? Вот мы здесь построим
Мы построим с вами двух каменщиков. И построим здесь сразу небольшой складец. Складец. Железа у меня хватает. Всего хватает, в принципе. Так, армия растет. Герой один есть. Если что... Так, дракон. Он с другой стороны летит, так что не будем проблемы создавать, но... Вот хотя бы эти вышечки включим. Сейчас его попытаемся сбить. Тут уже что-то загорело каким-то образом. Даже без... Сбивайте его, ну же! Эх ты, черт, улетел, а? Вот огонь, огонь! Огонь, 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 огонь! Огонь, огонь, огонь по нему! Есть, отлично! Молодцы, ребятки, молодцы! Сбили дракона. Просто великолепно, на самом деле. Просто шикарно. Так, здесь... Камень добывается, он пошел в плюс. Мне интересно, памятник построят, когда памятник-то, честно говоря, такой очень немаленький. Я что-то совершенно не думал, что он таких размеров будет. Так. Здесь мы проведем дорогу, а здесь будем дома строить. Вот такой вот у меня план. Но на этом я буду уже заканчивать, ребят. Хоть я и в этой серии немножечко облажался. Ну, то есть нападение было такое. У меня увели людей. А можно было этого избежать, надо будет подумать в следующий раз. На самом деле, может быть, со стороны нападения убирать, ну, допустим, если с этой стороны нападают, ну, хотя бы вот с ближних строений убирать людей. И, да, строить вот такие вот вышки, наверное, я теперь буду на протяжении всей, как бы, вот этой зоны своей. И это будет, наверное, правильно. То есть по 4 вышечки... Вот так, на углах. Пока что начинать буду такую оборону локальную, оборону всего острова. А потом, может быть, буду соединять. Посмотрим. На этом все. Спасибо за просмотр. Удачи и пока.